лазанье по канату или по перекладине. Взялись, пока сейчас что-нибудь придумаем для других, но пока у нас будет два со сменой. Вот я взялся, вот я повис, вот я ножки поднял. Поехали. Пробуем. Сколько хватит цепа? Давай, поехали, да. И прям полез. Сейчас, Димарик, готовишься поднять? Да. Давай. Если чувствуете, хочется поменяться, давай, Диман, следующий. Оно не порвется, не переживай, мне полотенце. И зато пальцы, хват будет вообще стальнущий. Что такое? Да что, пробуй. Сейчас я найду еще с другим, чтобы ты не переживал, что порвется. Да не боюсь. Что на полотенце на будет? Сейчас. Давай. Хотя бы сделать в течение 15 секунд. Это надо делать. На этом легче. Хотя бы 15 секунд. Тоже вот на этой попробуем. Так воркаутом занимаются? Как? Дети воркаутом занимаются. Дети? Ну не дети, а люди. Да, конечно. Ты, а вот смотри, что ты подрезаешь под воркаутом? Ну вот, элемент тяжести. Это часть. Базу силовой атлетики мы рассматриваем как вкупе. Это не олимпийский вид спорта, который задача полноценное, гармоничное развитие людей в доступной форме. То есть занятие гимнастикой. Не спортивной гимнастикой, художественной, а вот именно более направлением молодежной. Воркаут это подразделение. И считаем. Нажал. И раз, и, после этого и два. Зачем? Нажмешь потом еще раз на вот саму. Да, я понял. Все, тоже попробуем. Вот, да, и он ударился, разве только голень себе разбил. Понимаешь, очень много падают, ломают шеи, спины, плечи. Поэтому прежде, по сути, я не имею права допускать, да, вот перед моим начальством меня ответственность, не имею права допускать, если я не буду знать 100%, что ребята готовы. Люди кувыркаться учатся год. Просто кувыркаться год. Да. Просок. Подняли. Пробуем в уголочке. Если... Сводит? Ноги всегда сводят. Ну, судорога, да, есть? Чуть-чуть, значит, угол пониже делаешь. Молодец, давай. Пробуем. Сколько раз получается, Дима, ты следующий. Я сейчас найду нам что-нибудь. Я не могу. Ну, это же, ты знаешь, что мне это не... Ну, я понял. Особо мне это не важно. Как ощущение, Артем, скажи? Плохо. Чего плохо? Живот и ноги болят. Ну, занятие. Болит. Короче, полотенце, пожалуйста, в следующий раз принесите. А вот. Выше ручками. А, давай, Диман! Что-то ни разу не смог. Ты что, Димчан? Я не знаю. А? Что, поехали? Чтобы мы хорошо в кадр там попали. Давай, понеслась? Ты где? И, где твоя спина? Поехали. Ты это лысина твоя, не спина. Ты что лёг на меня, серый? Ты что ты на меня лёг? Сергей тоже так проминает. Ну хорошо, ты лёг, наоборот, я тебя поднимаю. Так, ладно, поехали. Следующая пара.